Дорогие друзья, дамы и господа, уважаемые зрители, болельщики, мы готовимся к старту финала А, главному финалу юных академиков Российской Автомобильной Федерации. 20 пилотов заявлены в этом заезде, и начнем с первой линии, стартовой решетки. Pole position номер 14. Встречайте Артема Ашихмин, город Москва. Встречайте, вот он, Артем Ашихмин. И какой живописный шлем. Я так чувствую, это лимоны, не иначе как. А рядом с Артемом на второй позиции 15 номер, лидер сезона Давид Шитов, город Красноярск. Давид, приветствуем вас. 15 номер, Давид Шитов. Вторая линия стартового поля. Номер 31. Встречайте. Дмитрий Самсонов, Одинцова, Московская область. Дима, рады видеть вас в составе финалистов. Рядом под номером 43. Приготовьтесь. Андрей Шестаков, город Санкт-Петербург. Андрюша, рады приветствовать вас на стартовом поле. Третья линия, номер 36. Ярослав Леонтьев, Батайск, Ростовская область. Город Батайск. Солнечный, теплый и гостеприимный Батайск. Рядом с Ярославом под номером 47 к старту готовится Арсений Макаров, Сосновый Бор, Ленинградская область. Арсений, приветствуем вас. Четвертая линия. Встречаем номер 26, Рагнар Солонин, город Краснодар. Солнечный Краснодарский край. А рядом с Рагнаром под номером 11 Петр Лысенко, город Москва. Петр Лысенко приветствует своих болельщиков. Отлично. Пятая линия стартового поля. Нестор Вдовенко, номер 16, город Москва. Нестор Вдовенко, мы ловим твои сердечки и передаем привет всем твоим болельщикам. Десятая позиция. Кирилл Стороженко, номер 25, город Москва. Кирилл Стороженко. Внимательный, пытливый взгляд у парня. Он готовится к старту. Шестая линия, номер 44. Тимофей Макайкин, город Москва. Какой красивый шлем у Тимофея. И талисман шикарный. Между прочим, у меня дома тоже такой есть, Тимоха. Рядом на 12 позиции Максим Кубарев, номер 22, город Калуга. Наш космический Макс готовится к старту. Седьмая линия, номер 49, Лука Прокудин, город Санкт-Петербург. И огромное сердце всем поклонникам, всем болельщикам от Луки Прокудина. На 14 позиции Сергей Коваленко, номер 35. Сергей Коваленко, город Ярославль, номер 35. И тоже небольшое, но очень жаркое сердечко. Дорогие друзья, восьмая линия, 12 номер, Даниил Арефьев. Даниил Арефьев, город Москва. Привет, привет, Даниил. А взгляд хитрый-хитрый у Даниила. Значит, что-то задумал. Рядом на 16 позиции под номером 18 Дмитрий Кулагин, город Москва. Дима готов на все 150%. Это сразу видно. Девятый ряд стартового поля. Святослав Иванов, номер 40. Святослав Иванов, город Москва. И вот так вскинута победная рука. Ну что же, давай, дорогой, не подкачай. Рядом на 18 позиции под номером 45 Лев Русанов, город Азов, Ростовская область. Знаменитый исторический город, город Азов. Боже мой, какие гости у нас, какие участники. И, наконец, 10-я линия стартового поля. И вот такое шикарное приветствие от Тимофея Степнова, номер 24, город Москва. Тимофей Степнов, приветствуем вас, приветствуем, Тимофей. И рядом на 20-й позиции Демьян Дергунов, номер 17. Какой парень, а? Демьян Дергунов, номер 17, город Челябинск. Ну что, дорогие мои, вот они, вот они. 20 представителей Академии РАФ
Юные микрики, наши любимые, дорогие, блистательные микрики. Под зеленым флагом руководителя гонки правая шеренга отправляется на прогревочный круг. Ну а теперь дошло дело и до левой, наружной шеренги. Поехали, поехали, ребятушки. Сейчас, через несколько мгновений, все пилоты вернутся на стартовое поле. И вот тогда как раз, родные мои, и настанет тот самый ответственный момент, когда каждый болельщик, каждый зритель, который следит за нашей прямой трансляцией, будет думать о своем пилоте и о его победных действиях. Мы все вместе сейчас, всей страной переживаем за самых юных участников наших соревнований. И вот, пожалуйста, Артем Ашихмин уже на своей позиции. Правое крыло сейчас занимает свои ячейки стартового поля. Ждем Давида Шитова. Еще раз хочу напомнить вам, что по итогам трех предыдущих этапов Давид Шитов является лидером сезона в классе микро. 344 очка уже есть в его копилке. На второй позиции, набрав 290 очков, Андрей Шестаков из Санкт-Петербурга. На третьей позиции Артем Ашихмин, который сейчас стартует с pole position. У него 287 баллов. На четвертой Дмитрий Самсонов из Одинцова, 220 баллов. И пятерку лучших замыкает Кирилл Стороженко, 176 очков. Поехали, ребята! С Богом! Аккуратнее, аккуратнее, родные мои. Выходы шпильки. Растягивается пелетон. Выстраиваются сейчас друг за дружкой пилоты. Но мы обращаем внимание, вот она борьба. Смотрите, смотрите. Артем Ашихмин и Давид Шитов. Уже сейчас на первом круге лидер сезона Давид Шитов начинает атаки на первую позицию. И вот, видите, видите, видите. Выход снаружи и уже на первой позиции новый лидер заезда. Лидер сезона Давид Шитов на первой позиции в заезде. Вслед за ним Ашихмин. И Андрей Шестаков, номер 43, замыкает тройку сильнейших. Провожаем пилотов на второй круг. Тройка лидеров у нас уже определилась. Кто попадет в пятерку? Есть претенденты. Пока их человек 5. Я думаю, что через пару кругов это количество расширится. Ну а пока на шестой позиции 36 номер Ярослав Леонтьев. То есть на одну позицию все-таки вниз он спустился. А десятку лучших замыкает товарищ Вдовенко. Нестор Вдовенко с отставанием в 2,39 секунды на 10 позиции. Макайкин на 11. Внимательно, внимательно следим. Ух ты, как интересно! На вторую позицию прорывается Андрей Шестаков. Андрей Шестаков атаковал с третьей позиции Артема Ашихмина, но тот не сдается и вновь возвращает себе вторую позицию. Артем Ашихмин. Да, дорогие друзья, на первой позиции Артем Ашихмин. Все-таки по итогам второго круга Артем Ашихмин вернул себе первую позицию. Вслед за ним Давид Шитов, стартовый номер 15. Лидер сезона не отпускает своего соперника. В слипстриме сейчас оба пилота продолжают движение на третьем круге. На третьей позиции Андрей Шестаков, номер 43. И постоянные, постоянные атаки со стороны преследователей. Завершается третий круг заезда. Едем дальше. Артем Ашихмин и Давид Шитов на четвертом круге.
А Шихмин, Шитов всего лишь 7 сотых разделяют лидеров заезда. Шестаков на третьей позиции, полсекунды отставания. Самсонов 0,7 секунды отставания от лидера. Петр Лысенко на шестой позиции. Рагнар Солонин на седьмой, Леонтьев на восьмой. Прокудин на девятой позиции. Чуть более 3 секунд уступает он лидеру. Стороженко замыкает десятку сильнейших. За ним Макайкин, Вдовенко и Кубарев. Четвертый круг заезда. Пока не спешит лидер сезона Давид Шитов. Пока держится на второй позиции. Следовательно, решил все задачи разрешить на финишном круге лидер сезона. Нет. Вот она попытка атаки, и будет стартовый вираж заходить изнутри лидер сезона. И у нас вновь впереди на первой позиции Давид Шитов. Тут же прорывается на вторую позицию Андрей Шестаков, но его пытался сместить на третью позицию Артем Ашихмин. Пока Артем на третьей позиции. Да-да-да, дорогие друзья. И замыкает четверку лидеров заезда Дмитрий Самсонов, номер 31. Предпоследний, пятый круг заезда. Макайкин на 10-й позиции. Вдовенко сместился на 11-ю. Иванов 14-й, Коваленко 15-й, Степнов 16-й, Кулагин почти 11 секунд уступая лидеру заезда, занимает 17-ю позицию. Дергунов, Арефьев и Русанов на 20-й позиции. А наши лидеры, пятерка лидеров заезда, уходит на финишный, заключительный, 6-й круг заезда. Впереди 15-й номер. Да, вот так вот незаметно Давид Шитов вновь вернул себе лидерскую позицию. Андрей Шестаков вслед за ним на второй позиции. На третьей Артем Ашихмин, которого атакует. Смотрите, атакует Дмитрий Самсонов, 31 номер. Но активно защищается Ашихмин. Не уступает третью позицию сопернику. Еще одна попытка атаки со стороны Самсонова. Лидер заезда, лидер сезона Давид Шитов наращивает свое преимущество. И, скорее всего, именно он будет первым пересекать финишную черту. Андрей Шестаков на второй позиции. Ашихмин на третьей. Самсонов на четвертой. Внимание, встречайте. Давид Шитов, Шестаков, Ашихмин, Самсонов четвертый. Ох, как это было красиво. Я слышал голоса болельщиков. Так громко могут болеть только мамы. Только любимые мамочки наши картинговые вот так вот всей душой, всем сердцем, всеми фибрами души своей болеют за своих питомцев, за своих маленьких героев, маленьких мужчин. На ваших экранах таблица с результатами заезда. В первой десятке Давид Шитов, опередивший на полсекунды Андрея Шестакова. На третьей позиции Артем Ашихмин. Чуть более 1 секунды проиграл он победителю. Дмитрий Самсонов, четвертый. Арсений Макаров замкнул пятерку лучших. 1,5 секунды отставания. Далее Лука Прокудин, Петр Лысенко, 7-й. Ярослав Леонтьев, 8-й. Тимофей Макайкин и Рагнар Солонин с отставанием 6,16 секунды замкнул десятку сильнейших. Во втором десятке у нас в финале финишировали Нестор Вдовенко, 11-я позиция. Макс Кубарев, 12-й. И чуть более 8 секунд уступил Кирилл Стороженко победителю. У него 13-я позиция. Далее Святослав Иванов, Сергей Коваленко, Тимофей Степнов, Дмитрий Кулагин, Демьян Дергунов, Даниил Арефьев и Лев Русанов замкнул 20-ку участников заезда, проиграв победителю 18,7 секунды. Это результат финала А в классе микро. По расписанию, дорогие друзья, дамы и господа, у нас сейчас начинаются прогревы в старших классах. Сначала класс ОК Junior, затем класс ОК и класс КЗ-2. А в 13:30 по московскому времени состоится торжественная церемония награждения призеров и победителей в классах микро, мини и супер мини. Причем класс микро полным составом будет приглашен на церемонию чествования. Самая добрая традиция российского картинга — отмечать наших самых юных пилотов памятными медалями и дипломами
невзирая на позицию, занятую по итогам финальных заездов. Итак, в 13:30 по московскому времени мы с вами встречаемся на церемонии награждения. А пока прогревы в старт.